Добрый день, с вами магазин Автоток. Сегодня у нас на обзоре штатное головное устройство для Toyota, размер магнитолки 200 на 100. То есть такая интересненькая модель по уникальной цене 5500 рублей. В принципе, в этом магнитофоне есть все необходимое. Давайте посмотрим, на передней панели у нас есть USB, AUX, выносной микрофон, крутилка, что находится на правой стороне. Это, кстати, плюс такой для праворульных машин, удобно, никуда тянуться не надо. Здорово, есть выход для, вернее, вход для SD-карточки и DVD-привод. Посмотрим немножечко, что у нас по функционалу. Диск, USB, радио, получается карточка, можно даже ТВ, видимо, подключить какое-то. Так, оп, зашли, а вот у нас AUX, но, к сожалению, сейчас на выход ничего не подключено. Настроечки, Bluetooth, то есть hands-free, насколько я понимаю, можно будет подключить телефон. Да, действительно, это очень здорово, особенно по такой цене. Экран емкостный, то есть он не мягкий, он твердый, он не реагирует, видите, на нажатие стилусом. У нас вместо стилуса сегодня ручка, а только на нажатие пальцем. То вот громкость, что в принципе интересная магнитолка, очень рекомендуем на Toyota, кому нужна такая, скажем так, все в одном, дешево и сердито, заказывайте на сайте автоток.нет, автоток.ком. До свидания.